Ладно, держись. Что? Да ладно. Ребят, у нас какой-то суперкристалл вырос. Что? Ну давайте еще. Чуть-чуть. Надо Еву закинуть. Все, я заканчиваю эту игру, потому что я добилась всего, чего хотела в этой жизни. Ну, привет. И нам тут предлагают взять яйцо. Возможно, вы подумали, что мы курица, но нет, мы не курица. Вон там кто-то пробежал. А кто это? Мы сейчас узнаем. Давайте нажмем вот сюда. А ну-ка. Боже мой! Ой, хорошенький! Ой, это чей такой смешной? Это кто такой? Это Ульянина Боссум! Да! Ульянин крутой! Кошечка, это ладно? Это моя. Это моя кошечка? Нет, моя кошечка. Нет, у меня ослик. Осел. Осел! Ладно, так ты Шрек получается, да? И у тебя друг. Ой, пока. Я бы тоже себе хотел ослика. Я бы тоже был Шреком. Шрек крутой. Ребят, можно яйцо взять? Что? А что, прям так просто, что ли? Да? Это о, боже! Ладно, это тебе понравится. Боже, у меня белка. И у меня белочка. У меня боже, какой белка? Хомячок. Нет. Это мой хомячок. Ребят, это не хомячок, это игра выдра. Восхищений. А, ну выдра? Да, выдра. Это выдра. Видите, какая она милая. Господи, боже мой. Капец. Так, Ульяна, а ты взяла питомца? Вот на выдра. Не, я взяла. Вот на выдра. Малютыч! Ой, подожди, да. Все. И опять цыплята, видите? Спрятался, ага. Опять цыплят, они нас преследуют, мне кажется, уже. Ну, кстати, да. Слушайте, а как еще заработать яйца эти? Вон яйца, бегите за ними! За ними? А там, а что это такое? А мы должны что-то делать? Они едят кристаллы, а с ними ничего не будет. Боже мой! И они добывают нам деньги. Я помогу вам, запрыгивайте. Мы не можем. Спасибо большое. Ульяна, ты взяла? Да, я взяла. Посмотрите. Видимо, у каждого свой. У меня аквадина. Вон он. Он, правда, обычный, но он не перестает быть прикольным. Козел. Подождите, у меня опять петух. Это как работает, я не понимаю. Ев, давай, а ну прыгай. А, подожди, ой, у меня тут... Так, о, боже мой, так, по-моему, не работает. О, работает! Редкое яйцо, я тоже хочу! Да. Давай, давай, запрыгивай. Ребят, смотрите, кто это. Так, Ульяна, Ульяна, ты запрыгнула? Подождите, нет, надо Лану сначала запрыгнуть. Ой, подожди, нет, на тебя давай запрыгивай. Нет, куда? Это что за растение, за репка такая непонятная. О, у меня тоже репка. А, в смысле, мою репку увидели, да? Ну да, твоя репка. Да подожди, дай. Давай, запрыгивайте. Ну запрыгивай, запрыгивай, я тебя подтолкну. Так, ладно, давай. Ребята, чей динозавр? Чей динозавр? Я заканчиваю эту игру, потому что я добилась всего, чего хотела в этой жизни, в этой игре. Сейчас я вам покажу. Это не какой-то, знаете... супер-пупер, рейр и так далее и тому подобное. Это просто анкомонка. Я удивлена, почему это анкомонка, но это единорожка. Чего? Да ладно. Какой просто? Классный! Обалдеть! Да. Я не понимаю, почему анкомонка. Я не знаю. Они все достойны быть супер-мега... Не знаю, крутыми. А у меня кальраби какая-то выпала. А у меня тоже кальраби. Кальраби. Классный. Ну, редька такая. А ежик какой хороший, господи. Ежик? А у меня Ивана... Ежик... А чей ежик? Мой ежик. А, у меня кто-то тоже похожий. У меня игуана, который... Броненосец шикарный. Так, игуана... Где кабан? Там баран. У меня кабан. Кабан? Что? Господи. Вот кабан. Смотрите, кабан. Кабан! Ой, а меня тоже можно взять уже, а ну-ка. Ребята, вот это яйцо вы брали? Вот оно, смотрите. Боже мой, нет. Это брал. Подождите, там? Нет, я не брала. И я не брала. А у каждого свои, да, монетки, я так понимаю? Да. Ну, видимо, да. Помогите. Можно покупать новых питомцев. Не надо. Да, сверху, Ульян, ты покупаешь? Круто. Сверху. Блин, у меня какой-то питомец Эмма. О, что? Че он там тебе рассказывает интересного? А, я больше не могу их... Поет песни про какой-то сентябрь, нет? Нет. Он просто прикольный, но я не могу его больше взять, только 4 максимум. Ты сними какого-то другого и добавь того, которого хочешь. Так они все одинаковые по факту редкости. Ну, какие тебе больше нравятся? Ну, чтобы посмотреть. Ребят, а вы наверху берете яйца сверху за какие-то эти, за... Ага. Вот. Оп. Еще можно взять. А ну-ка. Блин, это очень классная игра, ребят. Я просто... Чей крот? Какой-то
песик, хотела сказать. Питомец. Крот? Я не знаю, что это. Кабан. А, кабан. Пумба! Кабан мой. А где же Тимон? Ну, это не крот. Ну, типа выдра, ты имеешь в виду, или ты реально крота увидела? Именно крота. А, крот. Ой, тоже крот, мне дали крота. Ребят, а я что-то сделала, и у меня вместо питомцев сова вышла. Куда? Куда вышла? Куда у тебя вышла сова? Как-то получилось. Я их соединила в одного. Вот да, мне тоже сейчас предлагают фьюз, это же соединить, видимо, нет? Да. Вот ты можешь соединить так питомцев. И что получится, если получится я соединю? Какой-то... Ну, только ты тех, которые тебе прям нравятся, не трать. Ну, да. Ну, блин, а сейчас все подумают, что мне не нравится цыпленок. Просто есть какие-то совсем редкие, лучше ж не закидывать. А, они мне все команды. Я сделала пантеру. Где мой единорог? Где единорог? Где единорог? Она редкая. Ты что сделала с единорогом? Я не знаю, я его не трогаю. А, все, он здесь. Ты чего пугаешься? А, вот он. Ой, ну ты, блин, капец. Да. У меня коська появилась. Коська. Ой. Вот она. Ой, отдайте. Все, нормально? Да, вот она здесь. Где она? Слушайте, тут так много всего. И это получается вот столько... Офигеть. Так много питомцев всего. Тут еще какие-то... светящиеся. Ой, ребята, я открыла локацию уже следующую. А там 15 питомцев. 15, да. Надо. У меня 10 только. А, ладно, я пока буду... что ж я не покупаю яйцо? Можно же покупать. У меня 20 тысяч. Да. Да, и сверху что... нажимай, не забывай нажимать сверху. Блин, у меня просто видео будет сегодня состоять... Ой, козел. Что я постоянно удивляюсь, какие классные тут животные и что мне выпало. На самом деле, еще один опоссум. Утка! Мне очень нравятся подобные игры. Утка! Ничего себе! В мире животных у нас сегодня. Куала. Так, Ульяна, ты сделала уже фьюз или нет? Да, у меня же получилось white... Фу, боже мой, по-английски уже разговариваю. Белая лошадь у меня получилась, кошка. Ух ты! А, здорово. Да. Ой, у меня теперь овца появилась. Слушайте, классно, вообще. Я давайте еще соединю. Вот возьмем, у меня два опоссума. Зачем мне два опоссума? Правильно? Логично. Ребят. Что там? У меня панголин появился. Это, короче... Ну, сейчас покажу. Ой, это крутой чел. Ой, у меня верблюд. Да, это прикольный. Давай, сейчас, подожди, я сделала дракончика. Экипирую моего верблюда. Да, экипирую моего верблюда уже. Короче, вот у меня есть верблюд. Вот он красивый, двугорбый. И, Ёша, что у тебя там выпало? Рассказывай. А вот гляди, вон панголин. Где ходит, ты? Лупасит кристаллы. А, вот, ну подожди, смотри. Я что-то не дошла, сейчас приду. Вот, я ну давай, войну. Конечно. У меня пёсик. Слушайте, у меня так много денег тут выпадает, а я их что-то не собираю. Я надо только... собирать, Улья. Ну да, я только восхищаюсь, какие классные здесь питомцы, все. За это, кстати, очень много дают, когда вот получаешь. И, кстати, я заметила, когда ты соединяешь питомцев, то они уже анкомонки. Редкие, то есть, да. Ага. Уже хорошо. О, какой прикольный динозаврик. Это дракончик, и это я бы сделала. А, хорошо, дракончик. Да, постоянно путаю их на самом деле. Слушайте, ну реально хочется отметить, что эта игра как будто бы даже на голову выше всяких подобных игр с питомцами, типа симуляторов, вот и всего такого. Не знаю, они тут сами дубасят, они милашки, очень быстро появляются новые. Короче, очень круто, как по мне. И самое крутое то, что вы можете бесконечно открывать яйца и выбирать питомца. Кстати, да, напомнили мне. Да. Кстати, ребят, а я тут заработала, кажется, на новый слот для питомцев. Да ты чё? Да, как сейчас так? Куплю. А вот 25 тысяч стоит. А, ну у меня будет скоро, у меня 18. Так, а как мне их перевести вон туда, вот там, где... А просто, чтобы они пошли за мной? Просто заходишь в локацию и все, оки-доки. О, что это у тебя тут выпало? Какой-то... Это, знаешь, буханка хлеба черненького. Реально, это бородинский. Посмотри на этот бородинский хлеб. Блин, какой крутой. У него еще там вместо ушей какие-то завитушки. Ага. О, слушай. Ребят, у нас какой-то суперкристалл вырос. Что? Дубасьте его руками, ногами, давайте. Это, наверное, они вроде уже сами туда побежали. Да. Ребят, все остальное разрушилось. Ого. Ну, деньги-то есть.
Собирайте. Я надеюсь, что у нас будет хороший дроп с этого всего дела. Уже сыпется. Фейерверки из денег. Реально, приятно. Вот это да, это, конечно, хорошо. Мне нравится, когда такие большие мешки, прям так прикольно. Да, надо их собирать. 40-30% чего-то, да, все заканчивается. Боже мой, о боже, дайте мне спид, пожалуйста. О, что это такое? Какие-то жесткие сундуки вообще, нифига себе приятно. Раскидали, смотрите, аж сюда долетело. Они остаются, они настоящие. Офигеть денег вообще, вообще приятно, вообще круто. Они выпали на другую локацию. Да. Ой, а я забыла, блин, у меня что-то выпадает яйцо. А туда нельзя выйти, вот туда, в голубое. Да, к сожалению, придется... О! Еще один динозаврик. Придется копить, и зато потом будет подарочек, денежки там. Это точно. Блин, как приятно это все дело собирать. Я не могу. Вот мы в прошлый раз играли мне на канал симулятор классный, и там просто залипалово было. И вот здесь та же самая история. Раздолбали, значит, вот эту вот фиговину огромную, а столько денежек, столько приятностей, мама. И что самое интересное, ты не должен тут нажимать, клацать по мышке или нажимать на пробел, или что-то там продавать. Ты просто ходишь. Собираешь монеточки. Да. И все, тебе что-то выпадает потом. Я бы еще наняла себе собирателя денег. Да уж. И чтобы за тебя еще пальцы загибали, да, Ева? А почему бы и нет? Слушайте, ну у нас у всех уже есть деньги на плюс одного питомца. Они будто бы. Они там пропали! Да, пропали! Ну, мне кажется, мы и так много собрали. Вон у меня 120 тысяч. Да, у меня тоже 112. Нормально. Ты купила слот? Нет. Ой, точно. Слушай, купай, ты чё? Это ж полезно. Я забыла. А еще вот тут вот, короче, ребят, вот смотрите, тут какие-то проценты. Плюс 1% дэмэджа. Это что такое? Ой, это я покупала. Это случайно не на эту карту распространяется, нет? А, может быть. Ну вот я не знаю, но я купила, ну у меня там 9% прям. Блин, я тоже, у меня тоже 9%, но может быть такое, что... Подожди. Да, 10 даже. Слушай, я не знаю, но я надеюсь, что все-таки на все карты. Хотелось бы. Так, у меня... Ой, у меня белочка выпала. Так, подождите, а теперь нам нужно самостоятельно покупать? Да, видимо, да. Ой, и 40, причем нужно, мне только 17. Блин, 40 это много. Да, это мы сейчас надолго останемся. 25. У меня 22. 22. 22. А, слушайте, можешь накупить сейчас питомцев. Да, конечно, это огромное количество. Сколько у тебя голды там вообще? Бурундук. Это Дейл. Или чип. Еще одна кочка. Ой, слушайте, классно. Можно потратить все деньги. Круто, перейти на новую локацию. Боже мой, ребят. Что там? Смотрите, сейчас, так. Ульян, вот он. Так. Это... Ой, это что такое? Это милашка. Смотрите, это мини Гарри Поттер у него. Да, вот я тоже хотела сказать, такой красивый. Он реально похож. Ага. А он просто команка? Да. У меня кто-то в подгузниках, какое-то растение в подгузниках. Что? У меня было такое, по-моему. Кстати, ребят, а вы смотрите на квесты сверху, типа? Да. Да, конечно. Это Перри, Перри Укаус. Давайте-ка я... Ого, у меня питомцы. Давайте-ка я их соединю. Мне уж очень нравится конечно, это занятие. Конечно, Ульян, надо соединять. А что если одинаковых соединять? Вот просто хранить и соединять одинаковых. Ух ты. Ну, я тоже об этом думала. Мне очень интересно, что из этого получится и будет ли это отличаться как-то друг от друга, если мы будем одинаковые соединять или разные. А мне интересно, что будет, если соединить анкомонок. Ой, ну это будет слишком круто. Кстати, да, согласна. А я могу попробовать. Ульяна, у тебя... Не, не надо, не надо, ты что? Да. Надо, вряд ли тебе... будет бонус типа больше, ну, да. Чем у тебя есть от 4 пацанят. Ну хорошо, тогда я еще соединю. О боже мой. О боже мой. Что там? Я сейчас вам покажу. И я сейчас вам покажу. Смотрите, 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 он идет. Капитан Кокос. Блин, это очень классно. О, да ладно, это какой-то более крутой чувачок, типа. Ага. Слушайте, я уже
покупала 30... А, у Ланы тоже 30. А почему у меня 29? Было же 30. А ты соедини. Когда соединяешь обычных, оно потом больше становится почему-то. А, хорошо. Слушайте, ребят, мы тут обнаружили, что можно взять яйцо, которое мы брали в самом начале, и мне кажется, что-то должно... Анкомонка, игуана, у меня уже есть такая, но мне для этого пришлось соединить 4 питомцев. Ого! Корова! Приятно. Ульяна, ты вот тут была, вот корова? Тут брала? Не, вот сейчас беру. Ёж, у тебя корова выпала? Агась, выпала корова. Ничего себе. Знаете, что я вообще увидела? Вон там, Ульян, видишь, вон там наверху еще яйцо стоит. Как туда долезть? О, реально, это покемон! А давайте помогать друг другу, а ну-ка погнали, давайте. Ребят, думаете, погнали. Получится? Давай. Не знаю, но можно попробовать. Подождите, может получиться? А если да, получится. Лёша, прыгай, 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 помогаем. Давайте. Ну-ка, помогаю. Ну-ка, давайте, еще. Надо Еву закинуть как-то, не хватает. Непонятно как, да. Ой, почти залезла. Ева, а ты с другой стороны не можешь залезть? Там не получится? Не знаю, я тут почти залезла. О! О! Что да это? Ладно, обалдеть. Так. Слушайте, а нас не пускает, ребят. Да? Нас думаешь? Здесь не пускает. Давайте да. Давайте просто выстроимся, может быть. А если с другой локации? Да, кажется, головой бьешься. Да, головой бьешься, к сожалению. Блин, а мы так круто сюда добрались. Ого. А может вот здесь, смотрите, может вот здесь так вот можно? А мы вообще вот сюда заходили, вот тут? А там что-то есть? А там ничего нет, не-не-не, давайте, давайте сюда, давайте, вот так, аккуратненько. Давайте, давайте. Блин, у Ёши это просто банда. Ага. О, будто бы получается, так, а ну-ка. Не, нет, ребят, тоже кажется, потолок. Это из-за того, что так, нам недоступна следующая локация. Не. А вон там, видите, вон тоже на дереве яйцо вот этого, вот. А, да. Как туда долезть? А там уже непонятно. Капец. Мне кажется, тоже через ту локацию. Если ты пройдешь просто по этим стеночкам, то будет все хорошо. Ульян, я хочу кое-что показать тебе. Давай. Раз. Если я мешки с золотом заберу, иду. Это раз. У тебя такое есть. А кто это там побежал? А теперь смотри. Подожди, Ульян. Что ты? Вау. Нет. Вернее, представляешь, классно. Вот это шок. Так? Блин. Пацаненок мне классный. Выпал, он рарный. Он рарный. У меня просто было слишком много анкомонок, и как-то так, да. Я, кстати, тоже соединила анкомонок, и у меня вот такой вот, вот этот вот, вот зубастый. Да. Все, я пошла. Я соединяю анкомонок, ребят. Все. А где? Вот. Подождите. Как же выглядят реально редкие питомцы здесь, ребята? Вообще интересно. Все, я соединяю анкомонки. Ой, ты уверена? А, подождите, у меня есть две лисы. Подождите, я лучше вот так вот сделаю. Ну что? А, стойте! А, да. Страшно. Все, соединяю. Поехали. Ладно, держись. Что? Да ладно. Где? Покажи. Легендарный котик? Секунда. Секунда, сейчас. Ой, не туда, не туда. Кровешник, что ли? А все уже. Да. Это павук. А, это павук, а не кровешник. Это павук. А что там, три, ну, вообще, с другой стороны, да, у него две пары. У него даже одна пара глаз. Просто два глазика. Не так уж и... Ладно, это не паук, это такой. Конечно. Слушайте, ребята, мне тут какой-то дьяволенок попался. Я его соединила, и... Он является моим проводником в новую локацию. Да ладно тебе, да. Как здорово. Да. Ой, я возьму, наверное, вот это вот яйцо, которое вон... О, вот это вот яйцо я возьму. Там яйцо есть! Да. Ух ты! И что там, особенное Ева, какое-то или просто обычное? Ева, ты будешь рада. Капец, я уже не знаю, что там. Тут есть два яйца и... Так, секунда. Он прям идет в вашу сторону. Вон, пошел. О, зелененький кактусик. Нифига себе. Слушайте, ребят, ну мне кажется, в этот симулятор можно играть бесконечно. Вот, там еще очень много локаций. И последняя локация мне очень нравится. Смахивает на Гавайи, знаете. Ух ты. Ага. Я думаю, что мы точно вернемся в эту игру. Она мне очень понравилась. А на этом мы пока будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.